Кубинский песо – один из двух видов валюты, находящихся в официальном обращении на Кубе. Состоит из 100 сентава. Вторым видом валюты является кубинское конвертируемое песо, отличающееся наличием надписи «Convertible». Конвертируемое песо используется в основном в туристической отрасли, а также в долларовых магазинах. В обращении находятся банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 кубинских песо, а также монеты. В 2013 году председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро заявил, что планирует как можно быстрее отказаться от системы параллельных валют. Однако на настоящий момент бивалютная система на Кубе продолжает действовать.